Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, 25 января в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем по области от 9 до 14 градусов мороза. В Ульяновске минус 11, минус 13. В течение дня атмосферное давление будет расти. Та самая рыба Камчатского края снова в Ульяновске. Чавыча, белорыбица, красная икра и деликатесы с 25 по 30 января. РК «Пятое солнце» на проспекте 50-летия ВЛКСМ 17.